Приветствую, дорогие подписчики, а также гости канала, с вами Фибоначчи. И я хотел на канале запустить немного новый формат по выбору игр для прохождения. Этот формат будет касаться только игр на платформу Android, ну, либо BlueStacks. И в чем его суть? То есть, вы мне накидали очень много разных игр для прохождения и много интересных там. Я не могу все это время, ну, какую-то выбрать, допустим, и начать ее проходить. И я подумал, что я не буду устраивать стрим по выбору игры на Android, а просто буду делать небольшой обзорчик, там 40-45 минут на определенную игру. И как у нас будет осуществляться голосование, это по лайкам либо дизлайкам. То есть, если вы хотите, чтобы я дальше продолжал проходить эту игру, ставьте лайк. Если вы не хотите видеть это, ну, продолжение прохождения этой игры, ставьте дизлайк. И поверьте, я не обижусь, если будет 0 лайков и 20 дизлайков у какого-то видео, я пойму, что вы меня услышали и что все работает. Значит, эту игру мы убираем, и там на следующий, либо через день, мы будем уже пробовать новую какую-то. И голосование будет такое же. Ну, что ж, поехали. У нас первая игра, Warspear Online. Мне ее несколько раз советовали на канале поиграть в комментариях. Я посмотрел, она, в принципе, очень интересная. Это игра онлайн. Здесь полного прохождения, наверное, невозможно. Поэтому, если все же выберете ее, то будем играть, как бы, пока не надоест, да? Вот, если не выберете, то, естественно, потом будет уже следующая голосовалка в таком же этапе. Итак, выбор фракции. Избранная духовность. Все персонажи выбранной фракции имеют повышенное количество энергии. И на потом нам надо будет еще и класс выбрать, да? Энергия. Я, честно, не знаю вообще. Я только по картинкам видел эту игру. Вот, она мне, в принципе, внешне понравилась, а так, в сути, я не знаю. Нравится, что она на русском языке. Играю я на Steam, не через BlueStacks. Все персонажи выбранной фракции имеют повышенную физическую и магическую силу. Силу, да? То есть они мощные. Прикольно. Перворожденные. Горные кланы. Сила гор. Наверное, здоровье, да? Здоровье. И проклятые. Бонус преданность. Все персонажи выбранной фракции имеют повышенную регенерацию энергии. Ну, я бы на самом деле взял, наверное, перворожденных, чтобы больше урона было. Хотя это, наверное, самая популярная раса. Гномы. Ну, блин, повышенное количество здоровья, ну это танку надо, да? Зачем это магу? Хотя, ладно, я не знаю, в чем суть игры. Повышенное количество энергии. Давайте возьмем перворожденных. У этих вот пятерых можно взять. Здесь получается мечник, наверное, хил, маг, либо наоборот, маг, хил и танк. Но мне нравится с кувалдой, чувак, если честно. Здесь вот все есть. А давайте дальше, я же могу потом это вернуть, да? Вот берем перворожденных. А это что? А, это их не история. Но я думаю, мы в суть-то войдем потом. Разящий клинок. Кстати, он может быть неплох. Я даже не знаю, в такую игру лучше играть дальником, либо ближником. Ближником, возможно, очень сложно будет. Вот, атака, защита и... Блин, почему стрелочку нельзя убрать? И, как я понял, энергия. Этот друид. Так, молния. 5 зарядов. Атака молнии. Чё он призывать умеет? Чё, корни, кстати, да? Опутывание, да, неплохо. Дубовая кожа. Герой насекомых выпускает нанесение... Так, насекомый наносит магический урон некоторое время и уменьшает скорость атаки врага. Но он, кстати, неплохой дуэлянт, походу. Восполняет запас здоровья персонажа или его союзника в течение некоторого времени. Блин, я беру друида. Я даже... Хотя, давайте еще кого-нибудь посмотрим. Стремительная атака, понятно. Ближний бой. Дальше что? Привлекает внимание цели. Понятно. У разящего клинка повышается шанс парировать атаки. Привлекает внимание, включает, ну, парирование... И накидывает в ближнем бою. Ошеломляющий удар по противнику, уменьшающий его урон и скорость атак.
подрезать сухожилия. Не очень. А это кто? Это рейнджер. Рейнджер тоже, у него есть ловушки. Ну, мне лучники никогда не нравились. Вот друид выглядит прикольно. Давайте возьмем друида. А теперь мужик, конечно, мужик. А, это получается какие-то эльфы. Так, волосики. О, нет, нет, вот друиду надо вот зеленые. Да, зеленые. Так, дальше. Используйте латинский выбор имени персонажа. Так, мои ники сейчас, как всегда, будут все забиты. Я так думаю. Ru Amber, игровой мир. А тут, кстати, можно выбрать. Ru Topaz. Ru Ruby, это количество игроков, как я понял. Да? Надо брать, где больше всего народу. БР, не надо. А, ну русских вот только два. Три. Давайте Руби. Создать. Такое имя уже занято. Ну, естественно, естественно оно занято. Пробуем разные вариации. Че, не должно быть цифр? Ёлки-палки. А латинский алфавит АЗ от 3 до... Ну, блин. И что тогда делать? А попробовать как-нибудь вот так? Ну, давай. Отлично. Супер. А, ты получил письмо, нажми ОК, чтобы перейти в почтовый ящик. Окей. Так, искатель приключений. Когда-то я тоже охотился за сокровищами на всех континентах Аринара. Если мне чего и не хватало, так это надежной дорожной одежды. И этот костюм я сделал по схеме, которую нашел в одной из комнат заброшенного технополиса. Их носили механики, которые создавали паровые двигатели. Важные были люди. Теперь и у тебя такой есть. Так, в сумку. Одень своего героя в паровой... Джентльмен. Сделать это можно из меню сумки через функцию меню применить или поместив костюм в соответствующий слот в меню снаряжения. Так, ты получил новый подарок. Перейти лавку чудес. Ну, конечно, подарки я люблю. У меня один подарок. Смотрим. Впереди вас ждут невероятные приключения, и новые герои уже готовы к великой битве на землях Аринара. Выберите свою сторону и начните. А ну, отвали. Выберите свою сторону и начните легендарный путь воина, а эти подарки помогут вам в бою. Так. Сумку. Все, подарки на этом закончились. Как это дело закрыть? Понятно. У меня 490 здоровья, у меня 100 энергии. И выгляжу я вот так. По диагонали здесь ходить нельзя. Это не игроки. Надо немножко разобраться с управлением. Сейчас будет, ну, в принципе, зелье энергии, зелье лечения и скиллы, да? Можно ли поменять их и поставить не на цифры, наверное? А, Q, V, все, нормально, можно. Да я бы даже сделал бы, знаете, как... Эй. Что такое? На. Что-то не меняется. Персонаж. Ладно, пока... А, так, персонаж, навыки. Я бы поставил просто не сюда, а... Они не перетаскиваются. Ладно, может, с этим я потом разберусь. Вот у нас есть квест. Ты чё, как с ним говорить-то? Ой, фига, чат работает в CSGO. Какие кнопки? Во, в пустые слоты панели быстрого... Ай-яй-яй-яй. Различные приметы из сумки, активные навыки персонажа. Добавить сейчас? Нет. Я Е нажал. Так. Какое тут управление? Как мне заставить разговаривать его? Используй чат для общения. Не надо. Там какие-то геи сидят. О! Надо было навести. Так, диалог.
Засыпьте зерно в ящик для зерна и заберите ящик немеленной муки. Приветствую тебя в стальном городе Ильхории, незнакомец. Выдаваемые предметы. Что-то даст и 4 опыта. 4 опыта, так. Окей, взяли. А как картой двигать? Ой, блин, эти кнопки лучше вообще не нажимать. Ой, блин, как это неудобно. Это очень-очень неудобно. Ящик для зерна. Ящик для зерна. Чё, вот он что. Засыпьте зерно в ящик. Далее. Засыпали. Все, выполнил. Ты мне очень помог, незнакомец. За это я окажу тебе услугу. А ты мне мешок-то дал? Он мне должен был мешок дать. Так, персонаж, сумка. А где мешок? Ты? Дядь. Пока еще непонятно, как стрелять. А, ну это нужен обязательно враг. В пустое место я стрелять не могу. Сколько я энергии потратил? Ноль. Выбрано. Нет, подождите. Что это? Что ты сделал? Так, теперь я энергию потратил. Я вообще молнией ударил. Ну ладно. А, вон, она восстанавливается. Пойдемте, у нас вот старейшина, он очень хочет побеседовать. А, он нам, наверное, мешок даст. Да, точно. Только почему-то такой опыт. Они все, что ли, про мешок забыли? Получено достижение без труда. Супер, спасибо. А, блин, давай... А, вон, наверное, лежит. Все. А, поговорите с Эйрданом. У меня, как и у старичной Ильхора, многие ищут помощи и защиты. Вот он же мешок-то. Есть автоатаки. Сколько мне по нему стрелять вот? И его с ним ничего нельзя сделать. Интересно, можно ли тут выбрать цель и как бы мансить? А тогда... Тогда как бы магом тут быть не очень. Вот есть мини-карта. Ой, только она какая-то прям слишком, ну уж, маленькая. Чё, он мне сказал с кем-то поговорить. Чё за загрузка? Мне не нравится, что... А, обратно, что ли? Нельзя, что нельзя двигать картой. И очень-очень маленькая мини-карта. Прям вообще. Настройки. Настройки. Громкость звуков, громкость речи. Чат. Помощь, персонаж. Экран, панель быстрого доступа. Масштаб интерфейса. И это можно все сделать больше, типа, да? И мини-карта, и вся фигня. Ну... Не особо, это не то. Масштаб игры. Это что? О, а здесь... Ну, здесь на максимум у меня стоит. Отлично. Зайдите на мельницу и наладьте мельничный механизм. И он мне даст за это масленку. Пойдемте. Вот мельница у нас. Мельничный механизм. Зайдите на мельницу. Так, видимо, если как следует смазать шестеренки маслом... Ну, я понял, вон масло лежит. А, все, я и без масла все сделал. А здесь-то а что показывалось? О, кстати, сундук. Почему я сюда не могу зайти? А ну, бери сундук. Так, ну, по-моему, квест-то я сделал. Квест я сделал. Поехали дальше. Задание успешно выполнено. Вижу, на кое-что ты способен, Фибоначчи. Старейшина Элестрин будет рад узнать, что среди новичков... Понятно, давай, давай дальше. Твой герой получил очко развития навыков. Получай навыки, сны сильнее. Хорошо. Ну, конечно, молния. Сначала молния. Тут прям без вариантов. Единственный наш дамажащий такой спел. У тебя нет подходящих реликвий, и ты можешь их приобрести. Потом разберемся с этим. А, это что, это мне сюда реликвию вставлять? А, усилить.
экспертные, базовые. 0.1 это чё? Количество очков развития навыков. Получить их можно при достижении уровня. Персонаж получает по одному очку развития, еще дополнительно по одному очку развития за каждый 10-й уровень. Да? И как мне его применить? В чат. Реликвия. Да, пусть пока так будет. Так, пока мы просто... О, во, отлично, есть куча заданий. Давайте сразу, герой столицы. Отлично, смотрите, очки гильдии какой-то. И опять Эль, на этот раз Эль. Так, а что надо сделать? Отошите Рей Ануна в восточной части Эльхора. Да это как-то неинтересно. О, серые вредители, вот это, убейте 7 крыс. Во, вот это интересно, поехали. Так, а где их убить-то надо? На севере от Эльхора. А, можно, наверное, сразу и третий у него взять. Подношение. Соберите 6 гроздей и барбариса близ северного или восточного тракта. А, ну да, мы можем сразу... Сразу два задания сейчас. И убивать крыс на севере. Понять бы, как туда еще добраться. А, вот так. Вот так это работает. Добудьте 6 пучков волшебного клевера и 6 капель яда. Хорошо, добудем. Когда-нибудь. Так, мне на север. Это, наверное, выход из города, да? О, вот они, крысы. Я их уже вижу. Раз. Ты чё так долго стреляешь? Она ж тебя сейчас убивать будет. А ну-ка, молнию. 120 урона. Надо было сразу молнией бить. Лутать ничего нельзя, да? Молния на перезарядке. А, теперь 60. Это какая-то жирная крыса. Ну-ка, давай-ка ее молнии еще раз. О, а тут можно подобрать. Нажмите на предметы, которые хочешь взять. Что это? Капля яда. Она как раз-таки мне нужна. Так, ну меня очень сильно покоцали. Мне надо еще что-то там, какие-то растения собирать. Так. На самом деле, пока управление не очень-то удобное. Корни вообще бред. Полный бред. Давайте попробуем еще чуть. Ой, я на нее стаю выпустил. Так. А, это все предметы. Вот, добыта капель яда. Так у меня так и энергии не останется. Мне надо, наверное, себе доспех делать. Помоги, чувак. Помоги, куда ты пошел? Она же мне сейчас жару задаст. Но у меня есть, кстати, на двойку. Там что-то повышение регенерации здоровья, да? И что-то типа того. А, вот ее здоровье, все, а я сначала не видел. Ну, опять же, я не видел, потому что слишком это. Давайте масштаб все же побольше я сделаю. Слишком все мелко. А, масштаб игры. А, нет, не этот. Масштаб интерфейса, во. Чтобы как на мобиле было прям. Вот так. Вот. Сохранить. Вот, так же, наверное, получше будет. Я хотел бы посмотреть. Расширить на 5 слотов за одну чудо-монету. Персонаж. Навыки. Молния. Расход энергии 13, 9 секунд перезарядка. Вот это что? Целебная роса. Восполняет запас здоровья персонажа. Да, так, понятно. Это доспех. Кожа персонажа прочная, уменьшая получаемый урон. Корни оплетают на некоторое время. Понятно.
Насекомые наносят магический урон. Так, мне надо изобретать свой билд. Выбираем крысу. Кидаем. Теперь молнию. Вот, пошло дело. Пошло дело. Еще раз молнию. А, нельзя, все, да? Ладно, уже так добьем. 3 хп оставил. Ну все. Доспех тоже можно делать. На себя. Какая дальность атаки? Дальность атаки совсем маленькая. Корни. Но она все равно ползет. Дело в том, что она все равно ползет. Да что ты такое? Оп. И все, и у меня энергии почти не осталось. И что такое? Это он так долго подбирал? Вот. Гроздей Барбариса. Ой-ой-ой, змеяца сильная. Это я зря по ней, наверное, стрельнул, да? Тем более, что я без маны. Все, отстало. Мне хотя бы кого-нибудь сейчас крыс добить, пойти сдать квест. Может быть, наберу левел. Дадут там предметов. Так, давай. Вот так. Все. Изи. Это какая была? Все, поговорить со старейшиной. Это была последняя. Но можно и каплю яда тоже, кстати. Раз на то пошло. Вот так. Все, энергии ноль. Ну, вернее, не ноль. Как-то очень много вот эти... пчелы тратят энергии. Так, пару квестов сделали. Пойдем сдадим. Это не у тебя. Это мне вот сюда. Ага. Вот, старейшина. Сейчас он нам даст левел, и мы будем этих крыс с одной тычки накидывать. Серые вредители. Давай, очки гильдии еще, смотрите. Вот так вот. Что-нибудь набрал? А, ничего не набрал. А следующий квест-то я не сделал. 6 гроздей был Барбариса. А я какой-то же еще какую-то хрень собрал. Задание. Да я понял, что надо нажать. Герой столицы. Отыщите в восточной части Эльхора. Так, надо товарища найти. А, тут понятно. Пучков волшебного клевера. Блин, а где их? Их надо собирать, наверное, где-то. Ну-ка, пойдемте в восточную часть. Перекупщик. Так, управляющий складом. Кузнец, что ли? Мастер может починить сломанные предметы. Но у меня все нормально. Я бы купил что-нибудь, наверное. А вот и Рей Анум. На рынке ты можешь продать свой товар другим игрокам, либо купить что-нибудь полезное для своего героя. Обзор рынка. Оружие. Так, мне нужен... Мне посох нужен, да? Мне нужен посох. Ух, да. Так, а сколько, допустим, будет стоить вот этот? Да вы чё, ребята? А за 35 я ничего не куплю, что ли? Да ну вас... Богатые, что ли? На своем веку я видел множество перворожденных. Так. Поговорите, выполнено. Поговорили и... Че, надо идти сдать? Там же награда была. Так, ладно. Потом сдадим. Потом. Вот. Ирдис. Поговорите с Алис. А, они меня гоняют. Мне надо со всеми героями переговорить. Все. Давай мне предмет. Ты можешь назначить L на панель быстрого вызова. Сделать это можно в меню слот вызова. Вот. Меню. Слот вызова. И где?
событие, общество, задание, карта, персонаж. Ну, скорее всего, персонаж, ремесло. Так, у него еще какое-то нападение фей. О, вот это интересно, чем какие-то там травы собирать. И какие-то опять, нам змеиные угрозы. О, змей-то я уже видел, они уклоняются. Убейте 7 лесных змей. Это супер, это я сейчас сделаю. Прям на изи. Заодно и клевер поищем. Вот это не клевер? Нет, клевер-то он это... зелененький. А змеи агрессивные, нет? Яблони тоже нельзя, вернее, там цветы какие-то. Так, ну чё, поехали с... опутывания. Опутали. Дальше. Раз. Сколько она лупит? 14. Почти так же, как крыса. И уклоняется. Вот тут, то, что она уклоняется, это очень нехорошо. Все, еще добьем. Так, все, я ее обыскал. 7 змей, там еще какие-то феи есть. А ну-ка, опутывание. А теперь молнии. Очень долгая перезарядка у молнии. Мне не нравится, что у меня только один атакующий навык. Это, наверное, больше как хил-саппорт. Хотя, в затяжных боях, наверное, это будет прикольно. Ну, охотник нам монстров, достижение получили. Сейчас мы еще вот эту змеюку убьем. Только я прям это, совсем у меня нет энергии. И не знаю, как я ее убивать буду. На-ка тебе пчел. Они тебя убьют. Вот и все. Отлично. Здесь какие-то, видимо, вяз сбор, еще боссы есть мировые, да, что-то типа того. Так, ну и что мне? Мне надо дождаться, пока у меня восстановится энергия, либо пойти поискать клевер. А вот и феи, наверное, да? Какие-то страшные люди стоят. Вот это что? Ничего. Это что такое? Это огонек-защитник. Левел. Не вижу, но здоровье там 300. Да что такое? Что ты по всему стреляешь? До чего дотрагивается, по нему сразу и стрелять начинает. Чуть-чуть восстановилось здоровье. Зельки, я не знаю, пока я тратить их не буду. С энергией проблем нет. Давайте попробуем полечиться, да? Вот сделаем регенчик себе. Вот так. Я просто не буду на змей, наверное, корни тратить. Пусть лупят. Очень много это... слишком манозатратно. Отлично. Взяли. Да и сразу дальше. Давай, поехал. Вот так, 60. Неплохо. Уклонение. Пять из семи уже убили. Следующая понеслась. Так, давай, давай. О, молния. Хорошо. По-любому тут и ПВП, и много всякого разного контента. Наверное, может быть и данжи, рейды. Это последняя, правильно? Нет, еще одна осталась. У меня энергии совсем нету. Может использовать тогда? Либо, а можно еще вон туда, кстати, сходить? Кто? Как выбрать ее, не атакуя? Фея, вот выбрал. Да хватит! Я тебе что, атаковать сказал, что ли? Хотел посмотреть, кто такая, с чем живет вообще. Ну все, я ее так запинаю уже. Хорошо, что они не агрессивные. О, а вот и клевер. Понятно, где мне клевер находить. Но для начала надо бы змею последнюю добить. В
Вообще, что тут по управлению? А его, собственно, и никакого и нету, да, мышкой? Мышкой и кнопочки — это все управление. Ну, давай. Подеремся еще раз с тобой. Ах, от молнии уклонилась. Вот это вот уже жестко. Ну-ка, давай-ка, регенчик. Регенчик на себя. В бою что, нельзя? Так, все, квест сделали. Смотрите, лучник по 40 бьет. Вот это вот, я понимаю, урон. Еще и клоняется. Только как-то он долго ее бьет-то. Давайте ему поможем. Все, не благодари. Надеюсь, ему засчиталось это, что он убил, или я застилил. Так, змеиная угроза устранена. Опыт еще 4. В твоей сумке не хватает места. Расширить на, за одну чудо монет. Она есть у меня? А у меня нету ее. Ха. Не хватает места. Я здесь видел склад. А что у меня там такого? Ой, я вот этого говна набрал. Это что? Это капля яда? А мне столько много не надо. Зачем она вообще нужна? Торговцы с радостью купят этот предмет. А. Это перекупщик, это не торговец. Мне надо найти торговца. А ты тоже не торговец. Да, это ремонтник. Ну, может, дальше на восток пройти? Ага, сейчас. О, даже тут враги летают, офигеть. А может, в дома зайти? Офигеть, домище. Ты куда я попал-то? Нет, тут явно-то торговца нету. Снаружи он казался меньше. Да? Так, это таверна. Может, в таверне? Вот, трактирщица. В магазинах можно приобрести различные предметы экипировки, оружие или продать добычу. Отлично. То, что мне надо. Мой товар. Продать. Все. И еще продать 4. А 6 мне надо. Я уверен, я еще их наберу. Ну во. Сколько я теперь денег получил? 61? Так, ладно, это мы продали. Что у нас там еще остается по квестам? По квестам мне надо клевер и надо убивать фей. Новых навыков, как я понял, не будет. То есть вот это все мои навыки, которые есть. Я их только могу усиливать. Квесты в игре такие стандартненькие. Пойди убей. Вот сейчас фея как накостыляет. Я не понимаю, почему я не могу реген делать. А, вот, сделал. Ну и все, изи. Подбираем добычу клевера. А это что? Пыльца феи. Торговцы с радостью купят. А, я же квест хотел сдать. А что у меня по инвентарю? Нормально. Я тогда могу сейчас убить этих фей, собрать еще клевер и сразу сдам много квестов. Они тоже уклоняются, собаки. Да, плохо, что один атакующий. Но зато мощный. Ой, тут еще и деньги. А если так, вот, допустим, запускаем вот этих. Они вон дамажат.
И накидываем. И накидываем. Да не, в принципе, нормально. С одной молнией даже можно. Начинаем атаковать. Молния. Запускаем товарищей и все. Неплохо. Очень даже неплохо. Все, мне одну еще. Один пучок. Так, запускаем. Молнией он, кстати, дальше стреляет, чем кидает этих своих ос. Подходи. Еще выстрел. Все. Так. Погнали. Обратно. А, мне этот сдавать надо было вот там, наверху. Ну ладно, мне сейчас, может быть, еще понадобится торговец. Хотя, нет. Змеиная угроза. Далее. Задание выполнено. Что это он мне дал? Слабый эликсир выносливости. Зачем он нужен? Требования третий уровень героя. У меня нет столько. Тут выносливости нету. А, здоровье, что ли? Наверное, здоровье. Задание успешно выполнено. Припасы в дорогу. Только вот... А, нормально, да. Это я ему как раз-таки отдал клевер. И у меня... А, погодите, у меня есть костюм. Чтобы он у меня не валялся, я могу одеть его, да? А он все равно будет валяться. Что сделать? А он не одевается. Как плохо, что тут правая кнопка не работает. Дополнительный карман, подарок. Дополнительный карман героя позволяет расширить сумку героя на 5 слотов. Максимально 250 слотов. Отлично, это шикарный подарок. Сумка... А, вот что надо нажать. Я понял. Теперь я понял. Вот так. Все. Модник. Я теперь самый модный. Здесь у нас что? Здесь еще, кстати, сумка. А, я все взял. Ну, блин, вот не хотел я все брать, чтобы забивать. Еще плюс 5 слотов. Это что? Свиток опыта? Свиток жизни. Подарок. Зачем? В случае гибели позволяет оживить на месте. Отлично. Свиток телепортации. Здесь все понятно. Покрасить. Что-нибудь покрасить. Тайник с прислужниками. Содержимое предмета всегда остается тайной. Открой и узнай, что внутри. Откроем и узнаем. Ты получил призыв изувера бездны. Это изувер? Да. И, ну, он, я уверен, не навсегда. Понадобится, может, на каком-то боссе, на сложном враге, да, который меня убивать будет. И это что? Этот предмет необходим для выполнения... А, это понятно. Они, кстати, редко падают. Это у нас... Эль. Дает он... Восполняет определенное количество здоровья. Он здоровье восполняет. Ой, что это там заспамили? Это, наверное, типа... Матом, что ли, написали? Ну, в принципе, ребят, игра... Интересная и неплохая, да? Но чего-то, мне кажется, в ней не хватает. Ну, не забываем про то, что у меня в списке еще много разных игр, которые вы мне накидали. И если все же вы не хотите видеть прохождение именно этой игры, то смело ставьте дис. А если хотите, чтобы я ее продолжил проходить, тогда поддержите видео лайком. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.